Шалом, дорогие друзья, шалом из Израиля. И сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас траурный день, день 9 Ава. В Иерусалиме проходит очень большое скопление сегодня евреев. Скопление, значит, идет около района Стены Плача, а также в районе Храмовой горы. Тысячи израильтян посетили сегодня Храмовую гору, где молились по случаю поста, дня разрушения храмов. И этому предшествовали беспорядки. Рано утром сегодня, вот 18 июля, представители арабоязычного сегмента израильского общества забросали камнями сотрудников правоохранительных органов, и полиция разогнала беснующую толпу, сообщается сегодня вот по разным телеканалам и новостным агентствам. Этому предшествовало такое вот обращение Хамаса. В преддвериях этому призыв Хамаса был поддержан некоторыми исламскими религиозными авторитетами, призвавшим мусульман 17 и 18 июля выступить на защиту мечети Аль-Акса. Вот, значит, такие вот у нас сегодня новости. Я просто хотел бы сейчас напомнить, какие события случались вообще в мире на 9, именно на 9 Ава. Смотрите, 9 Ава в 1095 году папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. 9 Ава в 1146 году во время второго крестного похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. В 1290 году началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 Ава в 1306 году был издан указ об изгнании евреев из Франции. 9 Ава в 1348 году еврейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы – черной смерти. Это обвинение привело к жестокой волне погромов и убийств. В 1492 году король Испании и королева Изабелла I издали указ об изгнании евреев из Испании. В 1555 году евреи Рима переселены в первое в истории гетто. В 1567 году переселены в гетто остальные евреи Италии. В 1648 году резня десятков, а то и сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенная Хмельницким и его сподвижниками. В 1882 году в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. В 1914 году началась Первая мировая война на 9 Ава. В 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто. И в 1942 году начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Вот такие вот новости сегодня в Иерусалиме поступают, друзья. И будем, значит, держать руку на пульсе, будем смотреть, что происходит. И оставайтесь вместе с нами, будьте в курсе событий, что происходит сегодня в Израиле. Подписывайтесь на наш канал galil.tv. Все, всего вам доброго, шалом из Израиля, друзья.